саженцы гортензии древовидной High Starburst редко вырастают более 120 см. Раскидистую крону крупномера украшают впечатляющие махровые цветки. Полностью распускаясь, они становятся похожи на белоснежные звездочки. Сорт очень чувствителен и капризен. Изящным ветвям необходима подвязка. Почва для этой гортензии должна быть богатой. Растению требуется регулярное удобрение. Застой влаги может повредить корни кустарника, а тень снижает декоративность соцветий. Однако, при соблюдении нехитрых правил, можно вырастить крайне эффектное растение. Гортензия древовидная High Starburst – это кустарники высотой 150 см, диаметром 200 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка зелено-белая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Гортензию древовидную High Starburst создал Хейс Джексон. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.